Всем привет, друзья, с вами Эрнесто, и добро пожаловать на 19-ю серию Пути Бомжа на Аризоне РП. Напоминаю, что в этой рубрике я прокачиваю свой аккаунт без чьей-либо помощи. Сегодня я планирую пройти квесты на день рождения Аризоны и заработать больше 1500 доната, ну и наконец-таки купить уже себе Титан VIP. Давайте на этом видосе попробуем набрать 600 лайков. Также, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, если вы еще не были подписаны, потому что я очень хочу добить 100 тысяч подписчиков. Желаю приятного просмотра и погнали! Если ты хоть раз задумывался об открытии собственного сервера в GTA Samp, КРМП или МТА, то BigHost поможет тебе это сделать по низкой цене, а главное очень быстро. Ссылка на данный хостинг есть в описании. Тут нас встречает такая вот табличка, здесь сказано, что нас ждет более 40 интереснейших заданий, и за это все мы сможем заработать до 1600 АЗ монет. Прикольно. Так что давайте скорее же начнем это все делать. Где-то здесь у меня в погребе должен стоять мотоцикл, вот на нем мы и погоним. Только для начала нам нужно отметить это место, куда ехать. Вот праздник 7-й годовщины, я так понял, это тут. И выбираем праздничную площадь. Все, поехали. Если сегодня все пойдет по плану, то мы с вами в конце купим Титан VIP уже наконец-таки. За счет этих квестов я и как раз-таки смогу это, думаю, сделать. Бро, есть ремонт наборы, ну давайте ему дадим. У меня как раз-таки тут один завалялся. Все, побежали выполнять квесты. Так, нам к Тревору, да, я так понял? Здесь у него 13 заданий. Позаботимся о подарках. Принять. Кстати, многие говорили, что квесты с 20 уровня, но у меня сейчас 16, и я спокойно их принял. Не знаю. Кстати, я по-любому сегодня куплю Титан VIP, потому что у меня на аккаунте уже накопленных есть 592 АЗ. И я вот сейчас подумал, что вертолет вместо мотоцикла было бы гораздо быстрее, но у меня, к сожалению, его нету. Ну все, я доехал. И что здесь нужно сделать, интересно? Ну давайте, допустим, выберем элитные. Задание было выполнено. Это так просто? Хорошо, мне кажется, до сложных квестов я еще просто не добрался. Ебать, я уже второй круг еду вокруг этой горы и не могу понять, как сюда заехать. А, во, наконец-то. Ну да, сразу минус FPS здесь, потому что народу здесь ебануться. Все, завершаем первое задание. Задание было выполнено. Давайте сразу берем второй квест. Здесь нам нужно отправиться в цветочный магазин и купить, наверное, какой-нибудь ебучий букет цветов. Поэтому поехали. Ну, допустим, я приехал в цветочный магазинчик. Давайте выберем любой букет. Так, я хочу купить это за 5000, да, все, купил. Теперь мне нужно ехать обратно. Быстренько завершаем сейчас второе задание. Я получаю награду свою. И берем третье задание. Здесь мне теперь нужно забрать ранее заказанные подарки. Хорошо. Блядь, мне кажется, я выбрал не тот чуть-чуть путь. Все, я приехал. Ну давайте челленджи, блядь, дамбу проходить. Все, короче, я суетнул вертолет. Сейчас я буду забирать вот эти самые подарки. А, мне что надо? Вот это вот дерьмо сделать? Так, я понял. Хорошо. Погнали, сдадим задание теперь это. Завершаем задание. Четвертое задание, мне нужно раскидать подарки. Ну, это, в принципе, было предсказуемо. Вот это вот поворот. Я только сейчас заметил, что за каждый подарок, который я кладу в дом, мне дают сверху 30 АЗ-шек. Вот смотрите, я сейчас его оп, и плюс 30 АЗ. И так за каждый дом, а подарков 5. Вы выкупаете, да, вообще? Помимо того, что я получу АЗ-шки за сам квест, так мне еще и вот за эту дичь дают. Нормально. И последний подарок мне нужно положить сюда в кусты, серьезно, блядь? Нет, стоп, мне нужно как-то зайти туда. Да, еще плюс 30 АЗ. Я, кстати, понял, в честь чего такая жесткая награда, потому что я выбрал самые элитные подарки, и вот теперь мне за них дают такие призы. А кто выбирал там какие-то бичевские, первый, второй уровень, то они, скорее всего, вообще там не получают никаких АЗ-шек. Завершаю это задание, получаю за него награду и принимаю уже по счету пятый квест. Хорошо, я даже не буду читать, что там нужно сделать, просто мне нужно будет сейчас, видимо, пройти лабиринт. А, так он здесь находится, мне даже лететь никуда не надо. Окей. Вход в лабиринт. Моя задача — найти уникальный предмет. Наконец-то я нашел. Все, я его забрал, теперь выходим. Забираем награду. И теперь приступаем к шестому квесту. На 5 вопросов нужно ответить у бота. Погнали. Так, вот ты, родной, давай я у тебя ответим на вопросы. Так, ответы. 2, 1, 1, 3, 3. Все. Задание было выполнено. Принимаем следующее. Морская посылка. Дождаться приезда гидроскутера. По-моему, это квест, где нужно ждать 5 часов. Ну ладно, погнали, проверим. Вот этот порт. Там уже стоит много людей. Что-то они тут ебланят. Так, забрать гидроцикл. Алло.
нажмись. Будет доставлен через 4 часа 58 минут. Время доставки считается только когда вы находитесь в онлайне. Ну все, 5 часов из моей жизни можно тупо вычеркнуть. Кстати, у меня уже почти 1000 АЗ-шек на балансе есть. Ну что же, наконец-таки я могу вам показать свой счет в донате. Прописываю донат, и здесь мы видим 2085 АЗ-коинов. Теперь мне хватает, чтобы я купил себе Титан VIP, которая стоит 2000. Преимущество Титан статуса. Каждый payday я буду получать по 2 донат очка, возможность всех VIP, VIP-чат мне будет доступен. Также больше процент депозита в банке, можно будет хранить больше 40 миллионов и иметь 4 авто, 5 если есть дом или отель. Короче, очень много всяких плюшек, его мне очень сильно не хватало, я обмениваю и все, в чате написал, что я приобрел Титан VIP. Добро пожаловать в нашу гей-партию. Здорово, пацаны. Спасибо, спасибо за поздравления, вы очень хорошие. Это такая традиция на сервере. Можно сказать, свою глобальную цель я выполнил. Ну, конечно, у меня еще осталось 85 АЗ-шек, которые можно обменять будет в верты, потому что они мне больше не нужны, и я получаю еще и плюс 1 000 000 сверху. На этом я буду заканчивать. Если вам понравилась серия, то, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Также включайте колокольчики, чтобы вам приходили оповещения о моих новых видеороликах. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Эрнесто. Пока-пока.